Добро пожаловать на канал, это Axon 10 Pro, это я Axon 10 Pro, и сейчас я покажу, как проверить свой номер IMEI и серийный номер. Итак, открываете приложение «Телефон» и вписываете звездочка решетка 06 решетка. И здесь вы увидите IMEI номер 1, IMEI номер 2 и Mi ID девайса. Для проверки серийного номера вы перейдете в «Настройки», нужно будет спуститься вниз, выбрать пункт «О телефоне». Здесь вы, между прочим, можете увидеть номер сборки, возможно, он вам и нужен. Но если же не он вам нужен, тогда нажимаете «Статус». Здесь есть MAC и IP. С помощью MAC и IP уже можно вычислить серийный номер, смотря для какого сайта вам нужно. Я просто сразу все показываю, чтобы потом не было абсолютно никаких проблем. Ну, также вот, зайдя в модель, вы увидите, собственно, сам серийный номер. Не знаю зачем, но, вернее, не знаю почему, но на модели, на данной модели устройства иногда, повторяю, серийный номер слетает, да, из меню настройки его невозможно увидеть. Поэтому с помощью статуса, с помощью MAC-адреса и IP-адреса через какие-то веб-приложения можно вычислить ваш серийный номер. Поэтому спасибо большое за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч, пока!